Teatru și muzică, lucruri inseparabile care nu pot exista unul fără de celălalt. Teatrul va avea întotdeauna nevoie de muzică, iar muzica nu poate trăi fără teatru. De această părere sunt membrii trupei de la Chișinău, Tramps, care nu sunt doar muzicieni, ci și actori ai teatrului Totem. На самом деле это наоборот очень помогает, потому что какие-то актерские навыки дают тебе расслабиться и с инструментами на сцене, и сделать какую-то как бы кооперацию с ребятами на сцене для того, чтобы вместе как бы что-то делать, для того, чтобы вместе придумывать идеи. И мы стараемся, чтобы наше выступление, наш концерт всегда был похож на театральный спектакль. Сначала театр. Мы учились в театральном лицее, театр с улицы Роз. Но в основном, да, мы хотели быть актерами. Потом это все пошло, как-то переросло в музыку. Băieții cântă blue rock și este foarte important că, în ciuda vârstei tinere, ei compun deja versuri și muzică. În doar un an, trupa a scos un album cu 11 piese. Я написал песню буквально за 5 минут, принес ребятам. Ребята такие, все, делаем ее, еще минут 15, и все, песня готова, там за полчасика. Stops ahead, the noise, the story we had, our choice, one I stand. Есть песни тяжелые. То есть есть песни, которые более трудные инструментально, там какие-то, ну, ребята знают септы, не септы, я в этом не разбираюсь. Вот, которые пишутся местами. Băieții spun că învață totul din mers, dar totuși doi membri ai grupului au educație muzicală. Я бы не сказал профессиональный, но какое-то образование есть. Музыкальная школа на духовика закончил. На кларнете я закончил, и потом выучился на саксофоне, потому что там примерно похожие аппликатуры, поэтому вот. А я играл на гитаре все это время. То есть как пошел в музыкальную школу, до этого там чуть я тыкался с гитарой и в итоге как-то учился сам все это. Вот, а бас просто, если на гитаре играешь, то как бы там главный ритм и гармонию держать, все. Primul concert al grupei Tramps va avea loc săptămâna aceasta, pe 9 iulie, la Centrul de Tineret Meteora, la ora 19. Puteți urmări viața creativă a grupului pe pagina lor de Instagram. Ilona Vidrașco, Dmitrii Parșucov, Accent TV.